Жара воду пока не портит. Водопроводная вода в Астрахани на данный момент соответствует санитарным нормам. В этом корреспондент РНТВ Астрахань заверила главный специалист, эксперт санитарного отдела регионального Роспотребнадзора Марина Неплюева. Напомним, в 2010 году из-за жары и низкого уровня Волги в реке зацвели сине-зеленые водоросли. Из-за этого вода в кранах имела ярко выраженный неприятный запах. Повторения подобной ситуации специалисты не допускают. Контроль за качеством водопроводной воды проводится ежемесячно в плановом порядке. За июль было отобрано 60 проб. Все пробы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям санитарных правил. Результатов анализа за текущий месяц пока нет, но по предварительным данным, утверждают специалисты, рост патогенной флоры отсутствует. Жалобы и обращения граждан на неудовлетворительное качество воды в региональный Роспотребнадзор пока не поступало.